здорово всем, дорогие друзья. Вот как вы думаете, где я сейчас нахожусь? То есть на вид это какой-то Мухосранск, бля, оно такая с двухэтажными зданиями. Но на самом деле это достаточно большой город, вот, бля. Кто живет в Украине, ну, я думаю, увидели вот название, бля, там видно вдалеке. Харьков, да. И кто вчера смотрел мой прощальный стрим, знает, что я ушел с Ютуба навсегда. Но, как вы знаете, вот любой, ну, конец, это начало. Ну, то есть за концом следует начало, за началом, ну, конец. И так вечный круговорот. Сейчас вот я еду, бля, на поезде, бля. Вот так выглядит, ну, поезд очень старый, очень разъебанный. То есть здесь даже используется еще... энергия вот эта, бля, на сжигание, бля, дров там, все это хуйни, то есть старые, ну, паровозы, бля, и кто живет там в развитых странах, наверное, охуевают, что это за, бля, допотопный поезд еще, ну, на самом деле, на таком ездят, бля, и еще очень долго будут ездить, ну, то есть, они, можно сказать, вечные. Вот там в кабине сидит водитель, бля, или пилот, хуй знает, как правильно. То есть, видите, какие огромные, ну, колеса, то есть, как мое ебало примерно. Когда я его сейчас на донатах разъел, многие, ну, пишут, бля, ебать, жирно ебало стало. То есть, вот такой вагон, бля. Ну, я в них нихуя не разбираюсь, вон, могу водителя, ну, показать, если он мне, ну, пизды не даст. Но разве что. А то еще сейчас задавит, бля. Съедет даже ради этого с этих рельс, чтобы вот мне, ну, пизды дать. И переехать меня на тротуаре. Ну, то есть, дорогие друзья, вот так выглядит вокзал, бля. Там он, видно, супермаркет какой. Там он сидит, сторож, бля. И, в общем, это мой неконечный путь. Да и... не особо здесь бы хотелось оставаться. Ну, потому что Харьков, несмотря на то, что большой, он такая, бля, ну, провинциальный город, можно сказать. Хотя он был когда-то там второй, ой, бля, столицей, ну, короче, вся хуйня. Но, на самом деле, я был в Харькове, мне он очень нравится. Ну, то есть, очень большой, охуенный город, почти как Киев. Метро там есть, вся хуйня. Ну, я здесь, ну, проездом, то есть, это... лишь остановка, я вышел, вот хотел, ну, посадить там за поездом, но мне дали, ну, пизды, то есть здесь еще используются вот эти, ну, поезда старые, где в туалет нельзя ходить на остановках, то есть я зашел, мне проводница дала, ну, пизды там, сказал, бля, да ты охуел, бля, то есть я же думал, здесь новые используются, там, биотуалеты, как в других странах, но нет, здесь еще вот такое, то есть... кто-то там поссал, он посрал, но, ну, падает все на рельсы. А это неуважение к городу считается. То есть мне проводница сказала, что это неуважение к городу. Что ты, считай, насрал на город, бля. Хотя я даже не срал, а ссал. То есть вот такая вот хуйня, дорогие друзья. Вот он здесь останавливается, стоит, бля, ну, полчаса. То есть за это время можно сходить там даже на вокзал, там, ну, посмотреть. Ну, мне... это делать неохота, потому что вот этот, ну, переход, он здесь закрыт, бля. Не знаю, с чем это связано. То есть, а по рельсам я боюсь, может, ёбнуть, но толком, ну, хотя, может, нет. Но я с моей, ну, паранойей не рискну это делать. Хотя многие скажут, да, долбоёб, там, ну, контактный рельсом, не... он не везде там, бля, он там где-то хуй знает. Ну, то есть, вот, где он тут, я не ебу. Ну, то есть, вообще не знаком там не с этим анатомией железных рельсов, бля. Ну, поезда, где он там сцепляется с рельсами. То есть, вот такая вот хуйня, дорогие друзья. Вот там вокзал, он на первый взгляд выглядит уебищно, но на самом деле он и на второй взгляд не менее уебищный. Там много бомжей, вот. Ну, я, ну, когда-то там был, я охуел просто. В общем, дорогие друзья, он даже не высокий, то есть два этажа, а Харьков — это город-миллионник, вот, миллионник, бля. В общем, вот такой, можно сказать, обзор на город.
хотя города вы даже и не увидите, да, впрочем, как и я, потому что за полчаса сходить там в город нереально, то есть, учитывая мою удачу, я, ну, пройду, ну, поезд, бля, а мне нужно ехать дальше. В общем, было такое видео, дорогие друзья, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, и до встречи в новых видео, а я буду садиться, бля, ехать дальше.